Ежедневно в Краснодарском крае фиксируется порядка 10 техногенных пожаров, то есть таких, которые происходят из-за деятельности человека. Причем почти половина – это возгорание в жилых домах. Пожары несут большую опасность для человека в любое время года и могут подстерегать где угодно. Потому вопросы защиты людей от огня в Славянском районе стоят на особом контроле. Проверки, проводимые сотрудниками Пошнадзора в местах массового пребывания людей, часто выявляют серьезные нарушения, которые администрациям этих заведений приходится устранять. Совсем недавно, в ноябре 2018 года, после капитального ремонта, вновь был открыт самый крупный центр досуга города – парк-отель «Уют». В ходе работ проделан большой объем конструктивных изменений, внесение которых преследовало главную цель – сделать это место отдыха более безопасным в вопросах пожарной охраны. Изменения видны сразу. Автоматическая дверь на входе уступила место обычной. Появился второй выход. Между этажами и зонами возведены перегородки и двери. Такой конструктив позволит в случае возникновения пожара локализовать его и не допустить распространения дыма. Ведь, как известно, именно он является основной причиной смерти при пожарах. А еще в здании со стороны озера появилась пожарная лестница. Она предназначена для эвакуации посетителей кинотеатра, детской комнаты и бильярдной. Пока не начинает кинотеатр функционировать, закрывается. Много проведено и такой работы, которую простому посетителю не увидеть сразу. В помещении кинотеатра установлена система дымоудаления, которая способна работать даже в случае отключения электричества. Сенсорные датчики, которыми оснащены все помещения парка-отеля, улавливают самые малейшие признаки начинающегося пожара и автоматически включают оповещение. Место, где сработал датчик, сразу определяется на дежурном мониторе. Вот здесь на экране выводится какой швей. И вот маленький компьютер, там мы смотрим в план. То есть где какой шлейф находится и какой датчик, номер датчика. Основной ремонт подошел к концу. Остались небольшие косметические моменты, которые постепенно устраняются, но полноценная работа заведения уже началась. После устранения вот этих конструктивных недоработок, которые были еще на стадии проектирования и строительства допущены, конечно, данный объект стал безопаснее. Там проведен был соответствующий расчет пожарного риска на данном объекте, после чего эксперт, который проводил, пришел к выводу, что пожарный риск стал соответствовать требуемым федеральным законом, 23-м федеральным законом. Персонал предприятия проводит регулярные учения, в которых отрабатываются действия при пожаре. Ведь соответствие здания пожарным нормам вкупе с грамотными действиями ответственных лиц – это залог безопасного отдыха всех посетителей уюта. Мария Климова, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События».